Ребята, меня зовут Наташа. Я приглашаю вас на мою кухню. Слышите? Звонят в дверь. Кто это пришел к нам? Давайте посмотрим. Это грузовичок Дима. Он пришел ко мне в гости. Дима, хочешь чая? Да, буду. Спасибо. Угощайся. Ребята, давайте сегодня приготовим жареные грибы. Но у меня нет грибов. Дима, ты не мог бы съездить в лес и привезти мне грибы? Хорошо. Я поеду в лес и соберу грибы. Ребята, а вот и наш Дима. Смотрите, сколько грибов привез наш грузовичок. Дима, давай покажем ребятам, какие грибы ты привез. Белый гриб. Какой аромат, пахнет лесом. Лисичка – это тоже очень вкусный гриб. Еще одна лисичка. А это что у тебя? Белый гриб. И ой, Дима, ты привез мухомор. Ребята, этот гриб кушать нельзя. Мы его выбросим. Ну что, теперь у нас есть грибы. Целая тарелочка. Мы их пожарим. Нам для этого нужна сковорода. Поставим ее на плиту. Грибы мы пожарим с луком. Включим печку и положим на сковороду наши продукты. Лук и грибочки. Ну вот и все. Наше блюдо готово. Дима, давай будем с тобой пробовать. Давай положу тебе разные грибочки и лук. Дима, попробуй, что получилось. Это очень вкусно. Очень-очень. Ребята, а вы сходите с родителями в лес и нарвите грибов. А мы с Димой с вами прощаемся. Пока!